Уже в грядущее воскресенье, 11 сентября, состоятся выборы губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новоуральского городского округа 8-го созыва. Голосование на выборах будет организовано с 8:00 до 20 часов. Участковые избирательные комиссии уже приступили к работе. До 7 сентября на участке можно оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения тем избирателям, кто 11 числа будет находиться вдали от дома, но в пределах Свердловской области. Хочет проголосовать там на выборах губернатора Свердловской области. До 10 сентября на участке можно проголосовать досрочно на выборах депутатов Думы. Такое право могут реализовать избиратели, которые по уважительным причинам – отъезд, командировка, режим трудовой учебной деятельности и другие моменты – не могут прийти на свой избирательный участок в день голосования. Поскольку комиссии предоставлено право оценки уважительности причин досрочного голосования, избиратели просят упростить эту процедуру и предоставить подтверждающие обстоятельства документы. За два дня работы участковой избирательной комиссии правом проголосовать досрочно воспользовались 20 избирателей. С 1 сентября открыт прием заявок о голосовании вне помещения для голосования на дому. Подать такую заявку может как сам избиратель, который по уважительной причине, по состоянию здоровья, инвалидности, необходимости ухода за лицами, которые в этом нуждаются, и иным причинам не имеет возможности прийти на избирательный участок, так и третье лицо по его просьбе. Перечень избирательных участков и телефоны комиссий на сайте территориальной избирательной комиссии в разделе «Объявления». В грядущую среду в эфире Новоуральской вещательной кампании на канале ОТВ и в социальной сети ВКонтакте смотрите прямой эфир, посвященный подготовке к выборам 2022. Начало в 12:30.